Госдума приняла закон о введении единого государственного экзамена в детских садах. Детей, трижды не сдавших экзамен, будет забирать бабайка в погонах. В стране появятся первые профессиональные граждане России. Они ведь гораздо лучше будут любить родину, чем граждане-любители. Представители сообщества «Циклопов России» заявили, что демонстрация фильмов в формате 3D – это прямая дискриминация. Хобости. Новости на букву «Х».